Сегодня мы рады представить вам проект «Конаково онлайн» – телевидение современного формата. Теперь на просторах самого популярного видеохостинга конаковцы смогут найти актуальные новости о родном городе. Идея создания нового ресурса принадлежит исполняющему обязанности главы города Конаково Максиму Ли. Мы прорабатывали разные варианты вещания, которые бы решили две первостепенные задачи – минимальные затраты из городского бюджета и максимальный охват аудитории. И теперь у города есть свой видеоканал. Обращаюсь к жителям и гостям города. Подписывайтесь, делитесь с друзьями новостями. Надеюсь на вашу поддержку. Предлагайте темы, а мы будем снимать видео о самом важном и интересном. Интернет-площадка выбрана не случайно. Затянувшийся период самоизоляции показал, что люди всех возрастов активно осваивают интернет. Для удобства мы разработали несколько основных рубрик. Например, историческая панорама расскажет о богатом прошлом Конаково. В рубрике «Город живет» будет собрана новостная лента и актуальные видеофакты. На связи с городом – рубрика, которая станет мостом между городской властью и жителями Конаково. Канал станет интересен не только местным жителям, но и приезжим гостям. Они смогут познакомиться с нашими достопримечательностями, оценить масштабы местного событийного туризма. Конаково онлайн может стать дополнительной площадкой для развития туризма на Конаковской земле.